Ладно, Надя, я вернулась на базу. С чего мне начать? Хорошо. Сначала семянки. Цветы растут где-то в пещерах. Там их не очень много, плохо тебе не станет. Проблем быть не должно. С печенью все просто. Местные олени питаются цветами. Выследи одного из них и убей. И мне кажется, я знаю, где искать средства от насекомых. Дедушка научил меня читать по-русски. Я поищу в старых накладных, там должно быть написано, где они хранили химикаты. Как найду, сообщу. Хорошо. Я пока займусь другими ингредиентами. Мне скоро вернуться. Мне нужно укрыться в безопасное место. Это цветы. Теперь нужны семянки. Лара, у меня тут кое-что интересное. Послушай-ка. Все еще никаких вестей от команды Браво. Они молчат с тех пор, как мы получили сигнал бедствия. Нужно бы отправить спасательную команду. Заканчивайте обход советской базы и попробуйте выследить местную девчонку. Она как-то связана с исчезновением группы Браво. И прежде чем мы пошлем туда еще людей, нужны подробности. Вас понял. Сможешь где-нибудь спрятаться? Я в одном из убежищ, а снаружи полно ловушек. В худшем случае попытаюсь убрать через тоннель, но мне еще нужно дочитать накладные. Для тебя... Это обычное дело, Лара? Я еще не привыкла к тому, что на меня охотится. Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Просто не высовывайся. Чертеж — это только начало строительства города. Нужны материалы, и нужны люди, которые умеют строить.
Этот реактив из записок бабушки. Фенотиозин. Кажется, нашла. Они хранили его на нижних уровнях медиплавилки. Они им летом термитов травили. Надя, ты уверена, что это нужный нам реактив? Да, именно его в своих записях упоминает бабушка. Хотя я не знаю, можно ли его пить. Ну, это мы скоро узнаем. Иду за ним. Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться. Но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Но отца больше нет. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Лара, ты цела? Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь к отходу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку.
Надя сказала, что реагент хранится на нижних уровнях. Должно быть, я его не заметила. Нашла. Смешиваю ингредиенты. Что там с патрулем? Только что послушала их переговоры. Они уже в пути. Где они? Они... О, нет, идут прямо к тебе. Попробуй проскользнуть мимо них, но я боюсь, уже поздно. Прости, Лара. Черт. Ну же, покончим с этим! Готова проверить противоядие? Не скажу, что прямо горю желанием. Если сработает, то я сделаю себе и встречусь с тобой в долине. Я дам тебе знать, как доберусь до туда. Будто для зверей. Нет ли у нас карты этого объекта? Нет. Даже если бы и была, при восстании тут столько всего разрушено. Подъем наверх будет весьма опасным. Много... Так вот где красным повезло. Ага. Первый контакт произошел в шахте. И они бросили все силы на добычу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих все достало? Гадалки не ходи. Ты же ее видел. Найдем офисы и пошли к остальным. Укрытие! Она там! Открыть огонь! Позади тебя! Как же туда пройти? А нельзя ли спалить эту штуку? Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равданикиса.